Я должен сказать, что в Воткинской больнице организован фактически весь замкнутый цикл оказания нефрологической помощи пациентам. Вот. То есть от начала болезни до фактически заместительной почечной терапии, включая перитониальный гемодиализ и трансплантацию почки. То есть это уникальная фактически, можно сказать, служба, которая может, позволяет оказать помощь пациентам с начала болезни и, как говорится, практически до выздоровления после трансплантации почки. У нас создан нефрологический центр в новом, можно сказать, корпусе, но отремонтированном корпусе, вот, где собрана вся служба нефрологическая, где находятся и трансплантационные койки, и койки для гемодиализа пациентов, и стационарные койки нефрологические, и реанимация. То есть весь комплекс, и поликлиника, все, что только нужно. В этом комплексе можно получить всю помощь. И операции, и, собственно, и консервативную терапию. Ну, вообще в мире считается, что наступила эра эпидемии хронической болезни почек. Поэтому на сегодня почти миллиард людей страдает хронической болезнью почек. Это, по сути, одно из самых распространенных заболеваний, которые есть. И выходит эта болезнь в число первых лидеров по причине летальности. Поэтому этой проблеме сейчас уделяется все больше и больше. Я жду, конечно, того, чтобы на эту проблему было обращено больше внимания, что очень важно с учетом той проблемы, которая существует, и такой распространенности хронической болезни почек первой. И, конечно, я буду выступать на этой конференции.